в 20 часов омского времени сегодня произошел хлопок бытового газа в городе Омске по улице 5-я Кортная, дом 9, квартира 55. По предварительным данным пострадало 7 человек, находятся все пострадавшие в БСМП номер 1. На месте чрезвычайной ситуации работает группировка МЧС в составе 130 человек, 20 единиц техники. Проводятся аварийно-спасательные работы. Кроме этого, задействованы в ликвидации чрезвычайной ситуации сотрудники МВД России по Омской области, территориального центра медицины катастрофы.